Тревожными стали выходные для жителей домов по улице Вайнера. Там сгорел строительный вагончик. ЧП на камеру мобильного телефона сняла наша телезрительница. Пожарные быстро прибыли на место и оперативно потушили пламя. На это потребовалось менее 10 минут. Хватило усилий одного экипажа. Причины возгорания сейчас уточняют. Как рассказали очевидцы, пожар случился по неосторожности. Юные горожане играли со спичками. Еще одно ЧП накануне произошло на Пильной. Горел частный дом. Причины также предстоит выяснить специалистам. К месту вызова было выслано две автоцистерны 47-й пожарной части. По прибытию начальник караула запросил еще дополнительную автоцистерну. Это была добровольцы городской службы спасения пожарной охраны, которая в городе создана. И к месту, благодаря всем этим усилиям, дом отстояли, повреждена только крыша и потолочные перекрытия.